Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Углядел тут в одном журнале очень аппетитную картинку и решил такое приготовить, несмотря на то, что рецепт примитивнейший. А с другой стороны, почему бы не готовить такие вот простые рецепты? Это я вам еще дважды запеченную картошку не показывал. Итак, для сегодняшнего понадобится картошка крупная, мытая, яйца, лук, бекон, масло сливочное, сыр какой-нибудь и зелень. Я взял петрушку и немного зеленого лука. И для начала картошку надо запечь в фольге. Она у меня мытая. Примерно час при 190-200 градусах. А я пока займусь начинкой. Все, сейчас подрумяню и буду ждать готовности картошки. А теперь, собственно, сам процесс. Вот так. Да, остаток начинки можно съесть. Собственно, почти все. Нужно дождаться, чтобы белок схватился, и можно садиться за стол. Ну, собственно, ничего неожиданного. Стандартное сочетание. Картофельное пюре, испеченные картошки, сыр, бекон, лук, яйцо. То есть такая еда, которую будут есть даже самые привередливые дети. Вкусняшка. И знаете что, какая мне идея в голову вот сейчас вот пришла? Если вы хотите получить жидкий желточек, который растекается, то сначала запекаем картошку только с белком залитым. А потом, когда белок расхватился, побелел, вытягиваем, желтки в каждую картофелину положили, отправили, подержали еще буквально минуту-две, и все, вы получаете беленький, схватившийся белок, жиденький, слегка-слегка схватившийся желтенькой, такой бледно-желтенькой пленочкой, желток, вкусняшку и классный перекус. Или, если у вас картофельная вот такая здоровенная, не перекус, а полноценный обед. Так что готовьте и наслаждайтесь. И напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить. Самура Рептил, АУС 10, заточка на линзу. Очень удобный нажим, классный. И ребристая рукояточка, просто сказка. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.